Вот мои одуванчики. Много. Что я буду делать? Из этих одуванчиков я решила сделать яблочный, ну, по рецепту яблочного уксуса. Будет уксус из одуванчиков. Сейчас я подожду немножечко, в корзине их подержу, чтобы из них все эти букашки повылазили. И также еще насобирала одуванчиков со стеблями. Из этих одуванчиков я буду сушить листья, лепесточки цветов. И из лепесточков цветов я сделаю чай. А стебли это потом. Такой хороший, красивый букет. Эти белые цветы это цветение черемши. Черемши я тоже насобирала немного на несколько салатов. Вот такие вот еще молодые листочки можно найти внизу возле этих цветов. Ну, также еще крапива у меня здесь есть. Это тоже надо будет сушить. И потом можно будет для ополаскивания волос применять. Это я делаю. А еще это почки молодые, отросточки из ели. О них я тоже запишу видео и расскажу, что я делаю из них. Так что я сижу здесь на солнышке, слушаю пение птиц и радуюсь жизни. Даже если вам очень тяжело сейчас, даже если жизнь сломала вам крылья, и вы не можете больше лететь, но выход есть. Всегда. Есть такое умное изречение: выхода нет, только из гроба.